берете автомобиль «Москвич», снимаете с него рессору автомобильную, затачиваете ее, привариваете к ней кусок лопаты и сажаете на древко. Отличный чагосниматель. Лучше не придумаешь. Да. Как говорил Иван Русских в прошлом году с нами, ездил, снимали фильм о чаге, то, к сожалению, дерево все равно рано или поздно погибнет. Опять же, долго бить нужно до глубины, пока древесина не покажется. А еще такое вот совет, замечание, одно из основных. Смотрите, чтобы дерево было живое. То есть здесь можно проследить по стволу вот до верха, и видно, что веточки, листья облетели, конечно, но верхушка не сломана. Это дерево живое.